наливаем в мойку воды комнатной температуры, подкрашиваем в слегка розовый цвет марганцовочкой и закладываем сюда яички. Положили яйца на минут 15. Перелетел. Да. В это время заранее, где-то за полчаса 40 минут до этого, я уже приготовил инкубатор. Выставил температуру 38 градусов. Контрольный у меня термодатчик. Пока яички выложены из воды, сейчас я их установлено, показывает, тряпочкой промокну вперед, потом отрегулируем. Так, для эксперимента закладываю вот эти яйца от коллеги. Яйца породы загорская лососевая. Я их буду метить знаком Z. Загорская лососевая. Сейчас посчитаем, сколько их я уже метил. Для эксперимента я их не мою. А то под нашими роликами был один комментарий. Типа, мыть нельзя. Я пояснил, почему моем. Ну вот сейчас проверим, мытые, не мытые. Хотя зараза-то все равно общая будет, если она здесь попала. Это было наше, не помечаю, наши, да? Мытые, да. 27, наши мытые, никак не помеченные. Наши — это кроссы лигурные и родониты. Легорный родонит. Все, докладываю. Давай. Докладываю для большого эксперимента, для пущего, из холодильника, пролежавший там, может быть, неделю, две, три. Помечу их буквой Х. Помечу их буквой Эх. Эх, ух. Вторым рядом докладывать в этот раз не буду. Сейчас посмотрим, не придется ли, я уже отрегулировал. Нет, все. Вот четырехдневные птенчики наши, которые вывелись 4 дня назад. Когда не работал терморегулятор. Постоянно падала температура, из-за этого погибло очень много яиц. Здесь у нас наши лигорные родониты. И брама. От нашей подруги несколько яичек было птенчиками брама. Все, они уже водичку пьют, чешутся, умываются, подтягиваются. Вот, чешутся. Чистится, да? Вот, чистится. Конечно, они когда чешутся, это не означает, что они какие-то тут ложки есть, их нет и быть не может. Видите, ложки, да. Ложки не водятся. Да. С курами контакта нет. Он как мертвый упал. Да. И чесаться. У них, наверное, кожа начинает нарастать. Наверное, кожа нарастает и чешется. Да. Перышки растут, вот и чешется. Петухов здесь, наверное, половина. Мы смотрели вчера. Петухов половину примерно, ну каждый второй петух, ну как и положено. Даже выяснять отношения, проявляется другой интерес, иногда знаки внимания оказывают коллегам, братьям, сестрам. Температуру тут держу где-то сейчас на третий день 33 градуса. 32-33.
достаточно. В помещении тоже жарко. Жарко. Рыбкам хорошо. Черепахам тем более. Вот они даже тут греются. Греются. Греются под такой же, таким же керамическим обогревателем, как и у цыплят. У цыплят лампа горит, я включаю только днем лампу, а вот этот керамический обогреватель, он работает от терморегулятора вот этого, который называется Digitop. Вот. На Алиэкспресс китайских можно найти массу вариантов. Вот у нас здесь вот верный датчик висит. А вот датчик висит, термодатчик, термометр. Можно чуть-чуть так вот пониже опустить, вот так вот, на уровне тела. Ну, это сразу вызывает погрешность определенную, потому что они, бывает, лягут возле термометра, нагревают своим телом. И сразу показания повышаются. Ну, где хотят, там или сидят, там мухи сидят. Почему вот такую поилку я сделал? Сначала просто поставил вот эту баночку. Но там некоторые запрыгивали, там начинали тонуть. Я их вытаскивал. Поэтому я решил вот так сделать. То есть наполняешь стакан, накрываешь вот этой пластиковой баночкой, переворачиваешь, вода не вытекает, вакуум не дает, разреженный воздух. И доливаю потом водой вот до уровня примерно такого. Чуть повыше. Все. Пока все. Итак, сегодня первый день инкубации. Дата 25. 25 как 8 штук. Да, 25. В 11:55. Ну вот терморегулятор показывает 32,3, но это он грешит. Потому что если убавить, вот у меня написано 37,7. Но вот этот показывает 29. Не понимаю. Пока не разобрался. Мы постараемся разобраться. Разберемся. Вот этот термометр. Тоже я в него не верю. Он показывает 28. Ну, пусть полежит пока. Сейчас все устаканится. Сейчас яйца будут нагреваться. Они же внесли поправку в температуру. И потом посмотрим. Спустя полчасика, час. Через час пошел в курятник, еще два яичка нашел снесенные. Ну, докладываю их, пометил буквой П как поздние или последние. Добавлю их сюда для усушки. Ну, усушку от русских, как говорят.